Я понимаю, что главная угроза для Екатеринбурга в настоящее время – это угроза со стороны вертикали власти, со стороны тех чиновников и тех группировок, которые сейчас пытаются залезть в городской бюджет, в карманы горожанам, увести финансовые потоки в Москву. Олицетворением этих группировок, выразителем их интересов является на сегодняшний день, конечно же, наш губернатор и его команда. Я не скрываю того, что являюсь его основным политическим оппонентом. Откровенно. Веки, тренажеры. Я стараюсь 2-3 раза в неделю, иначе я вымру быстро. Инициатива должна подтверждаться ответственностью. А наказуема она должна быть в хорошем смысле слова. Неформально. Если вы считаете, что вот это так, мы можем подискутировать. Актуально. Не могу молчать. Чем это грозит нашей экономике? Если вы будете говорить мне вот что-то не так, готовы это исправлять. Открытый разговор с губернатором. С понедельника по пятницу в 10 вечера на ОТВ.